Смартфон Zenfone 3 Max сделан в лучших традициях компании Asus. Дизайн продуман и узнаваем, качество материалов отличное. Корпус аппарата металлический, смотрится дорого и красиво. Обрамленный тонкой рамкой дисплей с диагональю 5,2 дюйма обеспечит яркие, насыщенные и естественные цвета. Надежную защиту экрану обеспечивает закаленное стекло со скругленными краями. Весит Asus Zenfone 3 Max всего 148 грамм. Смартфон удобно лежит в руке, ход кнопок плавный и мягкий. Благодаря системе Zen Motion разбудить девайс можно двойным прикосновением к экрану. Сенсор очень чувствительный и реагирует быстро. Мощного аккумулятора емкостью 4100 мАч хватит на 20 часов разговора, 18 часов интернет-серфинга или 30 дней в режиме ожидания. Более того, благодаря поддержке технологии OTG ты можешь заряжать от своего смартфона и другие гаджеты. А когда уровень заряда упадет до 10%, ты просто активируешь функцию энергосбережения и общаешься на протяжении еще 36 часов. Zenfone 3 Max снабжен отличной 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Но если ты считаешь, что 13 мегапикселей — это мало, можешь воспользоваться режимом суперразрешения. Твой смартфон сделает сразу 4 кадра и объединит их в один, эквивалентный 52-мегапиксельному снимку. Разработчики не забыли про любителей селфи. Чтобы снять автопортрет, проведи по дактилоскопическому сенсору пальцем сверху вниз, а когда активируется фронтальная камера, еще раз коснись сенсора, чтобы сработал затвор. Zenfone 3 Max поддерживает работу с двумя сим-картами и оснащен модулями Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Android 6.0, 4-ядерный процессор, оперативная память до 3 ГБ и встроенная до 32 ГБ обеспечат отличную работу даже с тяжелыми приложениями. Если же памяти тебе покажется мало, ее всегда можно расширить с помощью SD-карты. Zenfone 3 Max задумывался как надежный девайс с емкой батареей, но благодаря высоким стандартам Asus он получился еще и отлично сбалансированным смартфоном с отличной камерой и элегантным дизайном. Подписывайся на наш канал и оставляй комментарии к обзору на сайте связной.ру, ведь именно твое мнение нам интересно.